Привет, ребята, это исследователь. Давайте опять посчитаем целесообразность покупки курицы. Здесь вы видите 796 грамм. Вот это кости. Их около 150 грамм, 160, то есть 20%. И это совсем неплохо. Получается, что если покупать тушку, то там 30% костей, намного больше. Никакого смысла нету, ничего особо вкусного не получается. Сейчас ни такого навара какого-то нету с куриц. Потому что их кормят дребеденью, там колят какую-то фигню, чтобы они вырастали за неделю. А филе куриное продают за 200-250 рублей, даже дороже. Но по вкусу-то курица простовасенькая, из нее какой-то даже умудряется жир натечь. Эта курица стоила 110 рублей со скидкой, так она как бы была 130, 140, может быть, 150. Ну, за такую цену нормально, более-менее. Здесь был окорочок и еще голень. Кости я сразу вырезал и поджарил. Самого мяса получается, конечно, оно ужарилось, но, наверное, грамм 400. Всем пока. Блин, я столько масла не наливал. Что-то фигня какая-то.